Всем привет! С вами Сидорфотик, это игра Срек. Шоу начинается! Ура, шоу начинается, ребята, на всякий случай. Всем привет, Костязи, на всех. На Бокснакс. На Тим Срека, на Тим Бокснакса, на Тим Магдастарка. Ладно, это все рассказал по себе. Так. Ну давай, выходи, Шрек, не может это быть так уж страшно. Это совсем не так страшно, Шрек. Это роскошно. Ты выглядишь по-королевски в чем-то. Ладно, с меня хватит, я это не надену. Мой принц, настало время для королевской трапезы. Я не пойду. Боюсь, мой лорд, что в этом вопросе у вас нет выбора. Королевские слуги, атакующий строй скипетр 12... Хватай, Шрек! Настало время огров! Это пыльца фей, Шрек! Хватай! Отбивайся, Шрек! Отлично, Шрек! Разбей ледяную статую, Шрек, это их разозлит. Ты знаешь, сколько они с ними возились. Только не ледяная статуя! Ух ты! Сувенирная кружка! Ее обязательно нужно взять. Женам надо что-нибудь привезти, знаешь ли. Я знаю, ломай столы, Шрек. Это пыльца фей, Шрек, хватай! Хватаю, хватаю. Здорово было. Ну да. Тяни за этот рычаг, Шрек! Все светит. А, все нет. Ладно. А как делать? А вот так? Вот так? Понял. Ой. Я не знал, что этот рычаг так действует. Хватай монеты. О, как они блестят. Да чего мне хочется скорее в сувенирную лавочку. Сэр, возьмите себя в руки. Давай, курочку. У меня отличная мысль, Шрек. Я понял, что сейчас... Oh.
А как это делать? Да ё-мо, когда он подниматься будет? Достояние уже. И как это? Что дальше? Осёл! Никого нет, а ё, и зачем я так делала? Это капец. Ребята, где сам кот собака? Кстати, кисем. А, понял. Так. Не знаю, как это пройти, ребята, но вот. А все, я тебя ударю. Ач, ач, ачи. И как все это делать? Ребята, я не знаю, что делать. Осёл! Попутал ты? Как это? Я так делаю. Я попробую тебя убить, но никак я тебя убить, осёл. Минус. Нет. Ребята, как это делать? Айо! Ау! Нет, нет, давайте. Это было красиво, что я ударил, и всё. Если уходит легко, то не там. Протяните. Протяните. Где? Тупик. 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 Оп. Можно тогда это? Кстати, перестань меня обманывать везде. Да, уже не надо все, ребята. Так, да и умывается.
Вот так. Или это мой кубик. Тупик. Давай. Закрыто. Тупик. Я не понял. Так. Не понял я все, ребят, но теперь это вот меня потом, ребят. Ничего нет, и все, и что. Ребята, я не знаю, как это пройти. Еще? А все, ну сами вот ее. Баба белая моя, хотя понятно. Что-то не так. Да это противник, нет, а где они? По-моему, я их убил, все. И все сначала. Сначала мне все делают. И что я тогда иду? Появилось это, я даже не знаю, что делать. Денег нет, у меня что все сначала. Что нет? Оно так было. Закрыто. Все. Тупик. Что там смотреть? Нет, это ничего. Глаза начинаются. Да как? Ну, достала эта гроза. Thank you.
Смотри-ка. Ребята, вы так делали? Стою один. Вы станете. Много лайков, если вам понравится этот видосик. Шрек, это одна из тех мерзких фей. Хватай их, не то они меня с ума сведут. А я так не хочу. Я так не могу. Халявка? Еще пудры, еще румян. Поправить паричок, сэр. Да я умою их! Да пробу как и сделать. Лена. Да я умою! Хватай их, Шрек! Настало время огров! Это пыльца фей, Шрек! Хватай! Отбивайся, Шрек! Отлично, Шрек! Разбей ледяную статую, Шрек, это их разозлит. Ты знаешь, сколько они с ними возились. Нет, только не ледяная статуя. Ух ты, сувенирная кружка. Ее обязательно нужно взять. Женам надо что-нибудь привезти, знаешь ли. Вот-вот, я знаю, ломай столы, Шрек. Это пыльца фей, Шрек, хватай! Ведь здорово было. Ага. Тяни за этот рычаг, Шрек! Ой, не знал, что этот рычаг так действует. Хватай монеты. О, как они блестят! Фу,
Да чего мне хочется скорее в сувенирную лавочку? Сэр, возьмите себя в руки. Что надо? У меня отличная мысль, Шрек. Чё, мой гений, мой бот? Ну, Шрек, это одна из тех мерзких фей. Хватай их, не то они меня с ума сведут. Ещё пудры, ещё румян. Поправить паричок, сэр. Ура! Дорогая Шрек, ты был восхитителен! Люблю королевские потасовки! Я боюсь, Фиона рассердится. Ясное дело, и не забывай про ее маму, вот уж кто точно рассердится. Да и принцессы, они впадают в ярость, даже когда причесываются по утрам. Не спрашивай меня, откуда я знаю. Осел? Ну и потом еще Рауль. Он будет рвать и метать, когда увидит, что ты сделал с этим париком. Неужели они не знают, что я должен сесть на корабль? Прочь с дороги! Ура, сколько нам будет таков книгу. Доки. О, доки, доки. Я с нетерпением жду начала вояжа, босс. А вот и он. А, вот забагал. Огр, сдерем с него шкуру. Это вы, огры. Да ёбану, блин, что? Так-так, вот и вся твоя разведка. 20 футов, небось, прошел с того места, откуда начал. Брысь с дороги! Пшли! Вы, как бы получше выразиться, слишком сферический, чтобы пролезть в эту узенькую щелочку. Позвольте мне. Ах!
Не понял, а я за кого играл? И кого? Не понял, а я за кого играл? Не обращайте на меня внимания. А почему я за кота играю, ребята? Почему? Что за фигня? Я за цирка играю, не за кота. Что там, кот, что ли? А почему он в сапогах? Он нападает на нас сзади, а ты беспокоишься о его сапогах. А так... О, нет. Ворота пробиты! Ворота пробиты! То есть он нашел переключатель? Всем приготовиться к атаке на огра! Он сказал «огр»? Бежим! И побежали! Я не знаю, куда пас. Чё? А как? Мы потратили. Куда мы побежали, а? Вот это уже достойно. Пираты заперли нас здесь! Помогите! Огр? Извините, я лучше здесь останусь. Огр. Куда мы побежали сюда, а? Какой сюрприз! Пираты и бандиты в доках. Что они еще выдумают? Неужели не знают, что я должен сесть на корабль? До самого корабля. Смотри, Шрек, экипаж готов к отплытию. Я возьму шезлонг на палубе и коктейль, знаешь, такой с маленьким зонтиком. У нас нет команды, осел. Они пытаются украсть наш корабль. Что? О, они могут поцеловать меня. Огр приближается, мальчики. Подтяните узлы и готовьтесь к посадке. Thank you.
Что я тут делаю, Брюс? Это Лил. Стоп. Ну чё? Я в круги иду, ребята. Вот в круги не позвольте мне это сделать, а? Мне это тут делать, ребят. Я снимаю это, ребят. А, ладно. Зеленые огры не могут дадить на них. А могут разбирать? Нет, не разбирать. Эвок! Это ужас. Это ребята, я даже не знаю, что делать, айо. Мороженое, вкусное мороженое. Там. Не знаю, сколько я снимаю. Мог бы заканчивать, папа сказать. Вот я так вот. Забыть это. Вот тут встать-то. Спасибо, это ребята. А вот и я тут встретилась.
скорее в трюм и приготовься к моему отступлению. Ха-ха! Страшитесь могучего и бесстрашного кота в сапогах! Если его так называют, кот в сапогах. Мешать коту и... Смотрите, я могу вас так сильно прыгнуть. Мы плывем к просторам Антарктики, навстречу дикой природе. Ой, там. А как нам отсюда выбраться? Будем, ребят. Что мне делать? Ну, пора это все, ребята. Всем пока. Скоро. Ну ладно, пока это все. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь. Будьте здесь. Что я все устал. Всем пока, скоро новых встреч. Пока-пока.